Друзья, доброе утро. Когда находишься в средневековом городе, дождь, он дает особенное ощущение. А при учете того, что у нас сегодня в Кинчану не дождь, а самая настоящая гроза, ну вот я решила совершить такую прогулку по нашему средневековому городу и показать, как он выглядит во время проливного дождя. Вымокну полностью, но не переживаю я по этому поводу, поскольку во время дождя, дождь, если бы не машины, конечно, то я думаю, что очарование этого города было бы и особенным. Пойдем сейчас с вами вперед на площадь с фонтаном. Видите, за счет того, что окна маленькие, поэтому в дневное время зачастую приходится держать свет включенным. Ух, молния! Выйдем на главную площадь, сейчас там, где фонтан, там же смотровая площадка. Посмотрим, как выглядит противоположная сторона долины Тосканы. У многих горит свет, потому что окна, которые выходят на главную улицу, на Виа Сольферино, окна маленькие. И мы всегда в дневное время, в гостиной, мы всегда живем со светом. Это наша почта. Очереди тоже у нас бывают. А, вот где я еще не снимала. Пойдемте туда. В ту часть города. Там мы еще с вами не были. Вот здесь у нас очень удобная вещь, кстати. Это лифт. И вот там внизу еще одна парковка находится. Очень удобная вещь. А, не работает, потому что дождь сильно идет. Выключаю, да, когда такой сильный дождь, он у нас выключается. А так работает. Работает распрекрасно. Вот отсюда я не снимала пока еще. Кофе сильно захотелось. Пойдем сейчас к сеньоре Лучане, сеньоре Сильвани, ключи. Не всегда вкусный кофе. Булки не едим, булки нельзя. Надо на диете сидеть. Никакого бассейна сегодня, бассейн закрыт. Из-за такого дождя. Хотя какая разница? Вода есть вода. Но особенно особо в бассейне не намокнешь. Покажу вам сейчас противоположную сторону долины Тосканы. Время дождя.
потом пойдем пить кофе. Так, Лео наш закрыт. А вот там вдалеке очень уютное кафе. Кафе сеньоры Лучи и Сильваны. 9 часов утра. Доброе утро. Доброе утро, Тоскана. Лучано Терми. Вот там какой-то просвет намечается. Но я не уверена. Сегодня, скорее всего, что погода будет вот такой вот целый день. Ну и что, здорово, лето заканчивается наконец-то. Начинается осень. А это самая золотая пора для Тосканы. Потому что скоро будем собирать урожай, масло оливковое, вино. Напоминаю, что моего мужа Квота в агротуризме уже договорились, что вот этот магазин под часами, он его откроет. Уже договорились с мэром. Поэтому это наша будет точка на этот сезон. То есть мы не покупаем, а берем в аренду. Поэтому масло и вино. Все, пошла пить кофе. Все-таки Лучия меня уговорила один маленький бисквит съесть. Это называется у нас торт. На торте ди кьянчано. Очень вкусная вещь. Маленький кусочек, как ты пришла съесть. Бонджорно, тото вене. Это наша соседка. Она моего мужа знает с детства. Вам такой гром. Это только в Тоскане такая гроза может быть. Я не шучу. Именно в Тоскане. Что в Риме оттенки даже у грома они немножко другие. Здесь более суровые. Природа меняется. Люди все-таки все по своим делам. А, я забыла вам рассказать вот о таком стыке между разными домами. Это произошло в Средневековье. То есть, допустим, если две семьи, которые жили в соседних домах, они роднились, ну, то есть, допустим, дочь выходила замуж за соседского парня, то строили вот такой переход, внутренний коридор, чтобы можно было друг к другу в гости ходить и при этом не выходить на улицу. Я думаю, что Дон Карло, он сегодня опять церковь закрыл. То есть стучаться к нему надо, чтобы пойти помолиться. До Дона Карло дойдем и назад. Нет-нет, здесь раскаты более суровые. В Риме все-таки более мягкие оттенки звуковые у грома. И архитектура более суровая. В нашем городе средневековая. Все еще до Медичи было построено. Медичи построили только главную нашу площадь, часы, которые вы имели возможность лицезреть уже не один раз. Это не эпохи Медичи. Вся остальная архитектура — это 12 век, это еще Сиенская республика. Что там у Дона Карло? Дона Карло открыто.
церковь сегодня открыта. Голуби разлетели, слава тебе, Господи. Немножко вперед пройдем. Туда я вас тоже не приглашала. Знаете, вот у нас до кризиса, вот именно здесь, было маленькое поликлиническое отделение. Когда кризис начался, 10 лет назад закрыли, к сожалению. Оно находилось в поликлиническое отделение. Потом это переоборудовали, сделали обычными квартирами и продали. Вот здесь город закончился. Старые. Вот видите, допустим, Кроче Верде. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь было это отделение. Закрыли, и потом вот верхнюю часть переоборудовали, как квартиры сделали. И все. На этом мы остались без поликлиники. Ну, как типа амбулатории небольшой здесь было, прямо за церковью. И, в общем-то, это и было со времен еще, видимо, как мы говорим, крестоносцев. Несколько веков просуществовало. А 10 лет тому назад под этот американский кризис, ими придуманный, ими созданный, ими оформленный, к сожалению, закрыли. Ну вот, все. Возвращаемся домой. Я надеюсь, что вам наш город и в дождь тоже понравился. Зимой тоже буду снимать, доказывая туристам, что к нам можно приезжать в любое время года.